Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на наш канал «Все о жизни, шопинге и туризме в Турции». Мы сегодня с Лерой приехали снять для вас обзор магазина Nike. У нас обратился к нам клиент. Он, к сожалению, выкупил обувь и дома только понял, что она разного размера. Он нам отправил ее из России в Турцию. Мы пришли сегодня и все поменяли. И отправим клиенту обратно домой. У нас с Лерой для вас отличная новость. Теперь мы можем выкупать товары из бутиков Италии и из официальных сайтов. Это очень классная возможность выкупить товары по выгодным ценам. Ну и давайте, конечно, пройдем, посмотрим наличие, что у нас здесь есть в аутлете в Анталийском. Хочу еще сказать, что если на официальном сайте нету какой-то модели, которую вы очень полюбили, которая вам понравилась, то можно ее выкупить на других сайтах, где представлено очень много производителей. Там цены бывают немножечко выше, но зато будет нужная вам модель. Конечно, выкупая из европейского сайта, доставка будет прямо к вам домой. То есть не надо отправлять товар в Турцию, потом мы в Россию, нет. Напрямую оттуда мы отправим прямо к вам на адрес все. Очень много классных моделей, и сейчас уже идут скидки распродажи на летние коллекции одежды. Сумочка – это новинка, очень вместительная, стоимость 1600 лир. Посмотрите, здесь передний карман, здесь два внутренних. Еще один кармашек и сзади на молнии отделение. Три кармана получается. Да, три кармана и внутри еще два. Под сеткой. Очень вместительная. Вот. Кстати, мне очень понравился этот костюм на манекене. А мне кофта эта понравилась, черная. Тоже хорошая. Такой молочный цвет. Утепленная. Ну-ка, сколько верх стоит? Верх стоит, не знаю, не написана цена. Посмотрим сейчас. Пойдем еще другие цвета сумок посмотрим. Давай. Проверяйте всегда обувь в магазине. Даже если вы купили на кассе, все равно сверьте размеры, потому что и магазин страдает, и вы страдаете от того, что потом неправильно выкупили. Черная сумка, бежевая, цена одинаковая. Мы одежду много показывать не будем, вкратце. Вот этот костюм, спортивные штанишки. Покажем обувь в основном. На ощупь. Стоимость 300. Это типа на скидке. Это только низ. 300, да. На скидке. И еще, наверное, верх 1400,5. Нету здесь. Ну что, пойдем к обуви? Давай сейчас глянем по пути шорты. 1190 лир. О, здорово. Вот шорты, я уже чувствую ощутимая скидочка. Не 3000, во всяком случае. Не, классно. Как раз нашим подросткам. Там, кстати, на кассе еще шлепки на скидке. Давай покажем. Пошли. Сейчас лето подходит к концу и начинается летняя распродажа. 1050 лир. Много размеров. Помнишь, мы с тобой тоже здесь покупали? Да, я до сих пор в них хожу, мне очень нравятся, удобные. Очень много появилось носочков для подростков, для деток, взрослые. Так, что еще давай по скидкам? Там еще мне юбка приглянулась. Да, мне тоже она очень понравилась. Есть в двух цветах, пойдем сразу там покажем. Давай на манекене, чтобы было понятно. Так, она там понятно. Тоже на манекене есть. Ну давай тут. Спортивная. Расскажи здесь. Расскажи нам поподробнее. На затяжечках. Два кармана, ткань плащевка, сбоку разрез, и стоимость данной юбки 2400 лир. То есть один сбоку разрез получается? Да, один. То есть здесь регулируется, вот, можно больше сделать, можно уже. Ну, она должна на самом деле быть как бы немножко свободная. Широковатая, свободная, да. Тогда она спортивный смотрится стиль. Круче. Там еще в черном цвете точно такая же есть. Мне эта кофта понравилась. Давай посмотрим цену. Тоже на нее. Она на флисе? Сейчас. Нет, она не на флисе, но она утепленная. 3900. Сзади немножко длиннее идет. Угу. Вот еще, кстати, вот эти штанишки прикольные с карманами широкие. Да, стоимость 2800. Тоже плащевка. Внизу на завязках можно уже сделать. А можно сколько стоят они? 2800. 2800. Ну что, пойдем покажем обувь, сначала мужскую, а потом женскую. Очень много сейчас скидок на обувь. Давай тогда с того ряда начнем. С первого? Давай. Давай стоять не будем показывать, потому что все равно там одни и те же модели. Хорошо. Повторяются. Давай отсюда. Стоимость сейчас 30% скидка 400-620 лир. В белом цвете. Но это уже не новая модель, она давно. Это так вообще очень древняя. 200. Ну, я немножко округляю.
4000. Ну, это ощутимая скидка, одна и та же модель, просто, просто там зеленая, да, надпись. 2240. У тебя Мелисса, у меня, да? У дочки так. Ей нравится? Да, и причем она год в них уже отходила, и стираю их. Хотя, сказали, в машинке стирать нельзя, но они белые, пачкаются сильно, поэтому стираю в машинке, нормально все. 3600. На маленькой температуре, на бережной, да, стирке, я думаю, ничего страшного. 4100. Здесь, смотри, просиликоненная сторона, получается, впереди тоже. Это Air Max. 5400. Тут скидок я не наблюдаю, вот, ну, это вот на скидке. Да, ой, Джорданы классные. Да. 3800. Кстати, на европейских сайтах такой огромный выбор кроссовок Джордан. У нас уже клиенты делают заказы. В основном все тинейджеры сейчас носят именно эти модели. И они, когда мы им скинули сайт, они говорят, да здесь просто рай. Такое, аж глаза разбегаются. Поэтому, если вам нужна ссылка, пишите нам в личные сообщения, скинем вам, и вы сможете выбрать классные модели. Ну, как бы здесь выбор 3500. Маленький. Да, здесь у нас в магазине небольшой. Даже на турецком сайте маленький выбор. 5100. По сравнению с европейскими, да. Ну, сейчас уже многие товары с сайта не закажешь, именно на их официальные. Да, потому там... что они сейчас сделали от 30 евро налог 60%, поэтому если обувь будет у вас стоить до 150 евро, плюс сверху вы должны еще 60% отдать государству. Такие правила. Замшевые. В России налог 200 евро. От 200 евро идет, но мы можем отправлять, даже если стоимость немножко выше. Там как бы без проблем будет. Давай с этой стороны, еще мы не показали. 4900. Все равно Джорданы есть. Ну, конечно, не такой выбор, но тут тоже можно что-то приобрести. Очень часто туристы просят нас снимать видеообзоры этого магазина, потому что они, приезжая на отдых, смотрят, какие здесь есть модели, примерные цены. Находится магазин не очень удобно, неудобное место расположения, поэтому если вы хотите, чтобы мы для вас выкупили, обращайтесь. Ой, тут такие цветные. Это мужские? Да. Какая-то такая интересная модель. Зелено-розовая. Бордовая. Ну, бордовая еще окей для мужчин. Вот, кстати, выбор очень хороший. У них, видимо, было поступление. Скорее всего. Смотри, какие крутые оранжевые. Да. С перламутром. Угу. Девчачьи какие-то цвета, конечно. Ну, какие есть. Пойдем с этой стороны покажем, тут тоже есть. Здесь, кстати, на хорошей, хорошая цена. Это получается без скидки, но цена 2200. Нормальная, тоже 2200. Тут уже 3400 моделька. 3400. 3, это у нас что? На Пегасус похоже, ну. Квест 5. Кстати, бутсы есть, смотри, тоже выбор большой в этот раз. Ну, небольшой, но 5-6 там пар. Там на распродаже в коробках тоже очень много. Вон, бутсы 1610. Это, эти идут с шипами, эти а без. Вот эти, да, обычные. Яркие такие, классные. Две 520, 30% скидка на эту модель. 3600. 4100, кстати, такой красивый цвет, темно-синий. Старая тоже модель, Trail 2800. 2400, легенький, да? Угу. 3710. 3400. Не 3400, а 4400. Да, эти 4800. Это на скидке модель. Пегасус черные на скидке. Гортекс всегда в тренде. В цене хорошей 6200. Но их и, все любят. Да, и вот эту модель купил наш клиент. 2700, ой, 3780. Мы ее продолжаем. Продолжаем женской коллекцией. Давай сейчас здесь меряю, с этой стороны начнем.
3000. Мы с Лерой все каждый раз приезжаем, и цены все выше, выше. Кстати, в прошлый раз мы снимали, было вообще очень мало выбора. В этот раз прям выбор порадовал. Цены, Vortex, конечно, тоже порадовали. Не порадовали. Огорчает. Поэтому огорчает. Вот вам альтернатива, выкуп из Европы. Будет вам 100% выгоднее. Да, и ассортимент круче. Но не только кроссовки, вообще любые товары, друзья. От масс-маркета начиная, заканчивая люксом. 5300. 6000. С этой стороны. Симпатичные вот, да, эти беленькие. Мне тоже не нравятся. Это Air Bolt. Не знаю, такой модели. На Air Max, похожи они. Вот Air Max, они как-то одно время вышли из моды, подешевели, а сейчас опять подорожали, потому вот что в моде. Мне почему-то кажется, что они неудобные. Не, у меня у мужа были, да, ему очень нравились. Ну, за счет, видимо, этой толстой подошвы. Смотри, тут вообще двойная. Может быть, ну не на спорт, так точно, чисто повседневка. Не, это. Ну так это и не спортивные, да. Вот эти клевые. А мне Макс эти прочь нравятся. Прикольненькие. Вот эти. Помимо Nike, в Европе есть миллион магазинов. Все оригиналы. Конечно, это очень хорошая возможность выкупить товары по классным ценам, потому что там много-много скидок. Давай еще этот ряд мы не показывали. Сейчас вот идет 50%. Видимо, немножко скидка небольшая. На это. Да, ну нет, они мужские меряют. 30% скидочка тоже. Это Vortex. А, Pegasus Trail, извините. 3150. 4800. Тысяча 610. 200. Тоже 30% скидки. 2000. И вот эта модель. Давай еще покажем несколько детских моделей. Детских на самом деле вообще мало. Еще мы, кстати, с этой стороны не показали. Вот тут есть. Тоже интересная модель. 400, смотри. Чем-то похоже на то, что мы купили. Чем на похоже? New Balance. На New Balance, да. Кстати, New Balance тоже оригиналы можем выкупить и доставить. Но есть и реплики у нас в Турции по более бюджетным ценам. Качественные реплики, дополню. Да, качественные. Лера ходит в них на спорт. Я одевала пару раз, но так как летом здесь нереальная жара, в кроссовках сильно не походишь. Вот это интересная модель. 4500. Джордан. Еще одна. Классика. Классика жанра. Да. Здесь, конечно, есть еще в коробках по размерным рядам все распределено. Но нужно, конечно, выбирать. Стрелики. Мы вам их не показываем. 2000. Почему? Потому что, в принципе, по ценам они плюс-минус точно так же стоят все. Но сегодня модель есть, а завтра ее нет. Да. 3290, смотри. Под кожу сделано. Air Max. Хорошая модель, кстати. Это 41 размер. Ну, здесь тут, мне кажется, уже перемешано все, потому что эти маленькие явно не 41. Моделей много, да, все не покажешь. Но пойдем, покажем последние детские и будем завершать наш обзор. Для тинейджеров. Ну, точнее, уже тинейджеры носят побольше размер, это все-таки больше для детей. Ну, тут 36-35. Ну, сейчас уже... У тинейджеров 43. Какой у тебя у Дениса размер-то? 43. 43. А здесь 38, 36, 35. Вот, смотри, какие прикольные. Mm-hmm. Размеры. Ну, допустим, 37,5, смотрю, 36. Да, размеров мало остается, поэтому ставят на скидку. Эти тоже на хорошей скидке.
и летняя какая-то модель. Сандалики. Да, 1150 на липучке. Очень хорошая цена. Да. Дорогие друзья, мы завершаем наш обзор. Если вас интересуют какие-либо товары из Турции или из Европы, пишите нам личные сообщения. С удовольствием поможем все выкупить и доставить прямо к вам домой.